Как развивать интернет-сферу в Центральной Азии? Об этом говорили в Алматы на 6-м ежегодном форуме, который собрал экспертов из Казахстана, Германии, России, Украины, Болгарии и ОБСЕ. В этом году темой дискуссии стала безопасность в сети. По статистике, за последние 3 года число пользователей всемирной паутины в нашей стране выросло вдвое и теперь составляет 12 миллионов человек. Согласно опубликованному отчету Всемирного экономического форума по информационным технологиям, а также индексу сетевой готовности, Казахстан на 40-м месте в списке из 148 стран. Многие из них уже столкнулись с этой проблемой. Как отмечалось на форуме, нередко для дестабилизации мировой обстановки злоумышленники прибегают к социальным сетям. Цель участников мероприятия – найти эффективные механизмы противостояния глобальной угрозе. Как предостеречь и главные превентивные меры, какие предпринять, чтобы интернет не влиял плохо на детей, чтобы он не использовался в террористических целях для вербовки граждан, для различных актов. Четко обозначены правила игры, ответственность, прозрачность, какие органы занимаются, это тоже вот один из важных моментов в этой сфере.